Всем привет, дорогие друзья, с вами Ломбарди, и мы продолжаем играть на Ратмир МТА. И прикатили мы, ребята, в автосалон. Давайте посмотрим вообще, что у нас есть за тачки. Нормальная бэха такая. Так, что у нас есть за тачки и вообще, что почем, да, узнаем цены. Бля, дядя, что ты так стал, а? Так, ну вот, Бугатти. Чирон, да, нормуль, всего лям 300, ну, блядь, тут лям 300, иди сработай тоже. Так, ну, блядь, давайте от дешевых пойдем, от дешевых к дорогим, вот что-то вот мне интересно. Так, АК, 300 баксов, нормально, нормально, ребят. Передний привод, да, тут показывается скорость, ускорение, управление и так далее, но все это фигня, когда... Будем ставить чип на машину и так далее. Она будет летать и все будет замечательно. Волга. Слушай, ну Волга такая нормуль. Именно нормуль. Так. Шестерка. 2106. Бля, помню, была у меня. Была у меня шестерка. Воспоминания, конечно. Бля, это была первая, ребята, это была первая машина. Ну, блядь. Была, было круто. Ну, блядь, обратно на АвтоВАЗ не хочу даже в игре. А сколько стоит? 1100. Ну, блядь. Тут на что-то приличное, как бы, колотить нам придется нормально времени, да? Нам надо поднять уровень. О, Мерс, вот, да, мы смотрели на этом... На БУ. На БУ салоне, да, и он там, блядь, на БУ рынке. Он там 3900, 4 с чем-то, да, уже уже с тюнингом. Уже с тюнингом и, походу, с чипом. Так, это что? Это 12-я. Так, Audi 5500. Ну, нормуль. Peugeot, Toyota Mark. Вот, Бэха. Вот это меня интересует, ребята. Вот меня интересует 34-я. Цена 6000, да, ну, нормально, слушай. Нормуль, мне нравится. За 6 тысяч можно будет взять, что-то из нее сколотить. Так, Нива 6500, за какой хуй, блядь. Ну, хотя, ну, такая на стиле, слушай. Веста, так, Сильвия, Буханка. О, 38-я, тоже меня интересует, семерочка. 7 тысяч, нормуль, нормуль, тоже нормально. В принципе, 34-я за 6, ну, блядь. Ну, так, для фана, да, блин, можно до хрена машин тут взять для фана и на каждый случай, да? Кабан тоже, семерка, нормуль. Не, ну, цены нормальные, ребят. Посмотрим, как будет у нас по ходу заработка, да, если будет более-менее, можно будет скупить машин, а потом уже их тюнинговать, ставить чип и так далее. Пассатик такой B8, мне нравится. Прикольные. Супра 17 тысяч, Пассатик 16500. Ну да, тут уже цены такие посолиднее. Ну, М5 Е60. 23 тысячи. Ну, меня не очень привлекает. Не знаю, вот что-то более старые машины люблю. Камара СС. Блять, ну вот американские маслкары обязательно, ребят, купим. Ну, вот не знаю, я кайф от них ловлю. Мне очень нравится, и жалко, что к нам их завести очень дорого. Импала такая, да, тоже на стиле, прикольно, что-то из нее сделать. Я думаю, будет очень даже. 25 тысяч, вполне, как бы, нормальная сумма. Лансер вот такой, ну, тоже неплохо, слушай. Блин, ну, автопарк, ну, есть такой, который мне нравится. Ну, Pontiac такой мне не очень, честно говоря. Хоть и, да, и старый muscle car, ну, блядь, все равно. Так, это что у нас? Е92, ну, нормуль, тоже 35 тысяч. Бля, ребята, ну, о, X5M, ребята, супер, супер, бля, ну у нас будет дохрена бумеров, я по-любому куплю много бумеров, я куплю много вот таких вот маслкаров, блядь, лишь бы, чтобы все нормально по бабкам было. Так, что у нас еще есть? M5F10, тоже нормально. Блять, Dodge Charger.
Это мечта, ребят. Это мечта детства, блядь. Ну, у нас она стоит дорого, и как бы, ну, да, купить ее так. Так-то. Ну, пригнать ее, да, с Америки, и то найти живой вариант, потом восстановить. Да, блин, это денег масса, просто масса. Дешевле в натуре нормальный купить, конечно. Автомобили кататься себе. Так, Мерсик такой, да, тоже на стиле, нормуль. О, ну это вообще, это прекрасно. Блин, ну выбор, автопарк, ну нормальный, мне нравится, ребят. Да, конечно, я же говорю, где-то цена кусается, но мы не знаем кубик. Гелик. Обязательно надо будет купить гелик. Это по-любому. Цвет черный. По-любому черный. Ну, слушай, вот такой Роуз. Тоже нормуль. Так, ну, в принципе, да, тут у нас идет уже. Тут у нас уже идет цены покруче, да. Ну, бля, гелик 6 на 6. Ну, я не знаю, я сильно большого смысла не вижу. Так, ну, в принципе, да, автопарк, ребят, автопарк вполне достойный. Вполне достойный, есть еще выбрать. И тем более у нас мы неограниченный в одной машине, можем взять несколько, поэтому тут вообще, как говорится, да, гуляй раздолье, только денег зарабатывай. Вот это вот денег зарабатывать, вот это остается такой вопрос тяжелый, да. Ну блин, ну обязательно, ой, что-то я карту открыл, обязательно, конечно, что-то попробуем взять, что-то попробуем вымутить и заработать на это все. Так, как отсюда выйти, купить, вот выход, да? А. Блин, стоп. Подожди, я там видел тест-драйв? Или мне показалось? Я там видел тест-драйв? Да, есть тест-драйв. Есть тест-драйв, мне интересно, он бесплатный. Давайте, ну, давайте что-то возьмем. Не, ну, точнее, давайте вот где там кубик у нас тут поближе, да? Гелик, вот гелик. Вот гелик, shift тест-драйв. Ну, начать, слушай. Что, бесплатно? Ага, у вас недостаточный уровень. Да, то есть они понимают, что я бомжара, да, и как бы ни хрена не идут. А что по мотоциклам, да? Давайте мотоциклы посмотрим. Я не очень увлекаюсь, ну все же. Харли Дэвидсон. Еще один. Не, ну такие американский старый класс. Сузуки, блядь. Иж, планета. Блин, ребята, ну, это, конечно, смешно. Не, ну, есть тоже, есть выбор. Вон, Honda. Kawasaki. Ява. Не, ну, блин. Блин, есть выбор. Вообще, ну, нормально сделали игрушку. Я очень рад автопаркам. Автопарк просто, ну, просто вот класс. Просто то, что, ну, вон, плюс еще вон тюнинг, да, вон GTR. Ну, блять. Все это денег, ребят, все это денег. И нам надо в натуре, нам надо зарабатывать. И это, конечно, уже дело такое. Пока, как говорится, вопрос тяжелый, но вон, смотрите, людишки как-то зарабатывают. Я думаю, не все донатили, да? Да? Вот тут. Раз, бэха, там вот ролл стоит. Тут вот такой GTR, блядь. Ну, я думаю, реально заработать, не все же донатили-то, а? Я в этом уверен. Вот этот точно не донатил. Вот этот на шестерке точно не донатил. Ладно, ребята, в принципе, на этом все. Вот такой у нас автосалон, вот такой у нас автопарк на Redmir MTA. Заходите, играйте вместе с нами. А с вами был Ломбарди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых выпусков по Redmir.